прирост оказывает практически уже все отрасли. Полностью восстановлен промышленный комплекс. Темпы роста за 4 месяца 102,3. Прирастает сельское хозяйство с темпом 103,7%. Полностью восстановлена розничная торговля. Восстановлена внешняя торговля. Причем за 3 месяца мы приросли уже на 8%. Получили экспортные выручки более 11 миллиардов долларов США. Хотел бы отметить, что это самый максимальный объем экспортной выручки за последних 10 лет. Но самое главное, то, что мы получили за 3 месяца, это восстановили полностью доходы населения. Заработная плата приросла в реальном выражении на 1,7% пункта. Пенсии на 9% и в целом доходы на 0,3% пункта. Поэтому это основной результат работы экономики.